Ивановские мемориалы, некогда установленные в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, один за другим меняют дислокацию. На этот раз изменится местоположение памятного знака, установленного на территории троллейбусного депо номер 2. К 2015 году на месте депо будет построен дворец игровых видов спорта. Сейчас территорию готовят к будущей застройке. На этом месте была мемориальная плита, установленная в память о сотрудниках предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны. Накануне плиту демонтировали и перевезли на территорию первого троллейбусного депо. На территории троллейбусного депо строится дворец игровых видов спорта. Угу. Соответственно, вот эту памятную стелу мы будем переносить на территорию троллейбусного депо номер 1. Я думаю, что до осени мы это все сделаем. То есть до первых снегов все это будет подготовлено. Памятные знаки, установленные на территории депо и на площади Победы, не внесены ни в один реестр мемориалов в честь павших воинов. Поэтому перемена их местоположения не вызывает особых затруднений. Демонтаж стелы в честь 40-летия Победы будет произведен в ближайшее время. На ее месте установят памятник Георгию Победоносцу. В планах чиновников полностью преобразить площадь и сделать ее одним из любимых мест отдыха горожан. Планируется вот провести комплексное обследование деревьев и вот выборочно убрать именно те деревья, которые, к сожалению, или старые, или представляют опасность. Наклоненные, расщепленные. Планируется масштабное благоустройство. Может быть, со временем там даже будет фонтан. Мнение людей учтено. И самое главное, что никто не собирался бороться с этими насаждениями. И будет еще один сквер. Ну и я думаю, что горожане со временем полюбят это место. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.